Ребят, всем привет! Ну вот и новое видео с халявой. И это халява, которую вы сможете получить уже завтра, без никаких VPN-ов. Информация, чтобы вы понимали, ребят, с официального сайта PubMobile. Кому интересно, само собой ссылочку я оставлю в описании, переходите, информируйтесь. Ну а мы переходим к видео. В общем, просматривал их сайт с целью того, чтобы найти для вас что-то интересное, и наткнулся на вот эту вкладочку, ребят. Вкладочка с ивентами, которые у нас уже идут или которые нас ожидают. Как вы видите, здесь есть ивент с компасом, который вы собираете в вкладах для того, чтобы получить, допустим, скин на вектор, да, постоянный, или костюмы, которые у нас там есть в обмене. Кто не знает, события посмотрите. Но не об этом видео. Видео о том, что нас ждет завтра. А завтра нас ждут два ивента. В одном, как видите, мы поможем получить М-ку, то есть скин на М416 или вот этот костюм. Называется она «Переверните для наград». Ежедневно выполняете миссии, зарабатываете попытки переворачивания, карт и очки. Стадия считывается пройденной, если перевернутые карты образуют линию. Всего 3 стадии. Очки и награды выдаются после завершения стадии. То есть будут, грубо говоря, 3 уровня. Если вы их прошли, по прохождению каждого уровня вы получаете награду. Пока что детали я не знаю, это все, что нам доступно на данный момент. Но само собой завтра будет видео с инструкцией, более детальным описанием, что тут нужно сделать и как собрать. Но смысл в том, я думаю, что выполнять какую-то миссию, получать возможность перевернуть какую-то там, как пазл у нас были, да, как мы собирали, и забрать уже само собой награду, которую они выдадут. Но еще дополнительно, ребят, как вы знаете, у нас будет, как я уже сказал, будет еще и второй ивент, он более топовый. Называется он «Глобальная охота за сокровищами». То, что они уже спойлерили в обнове, если кто-то читал, когда было описание, вот там говорилось о ней. Так вот, в чем суть? Завершайте миссии, связанные с картой, открывайте награды и выигрывайте постоянные костюмы. Постоянные, ребят, это очень важно. Еженедельно будут отбираться по 10 счастливчиков, каждый из которых получит денежные средства для путешествия в размере 3000 долларов. Но это точно не ко мне, я не такой везучий. Но все равно, то есть очень топовая халява. Будет уже завтра доступно, без каких-то VPN-ов и так далее. Можете снова же, как я уже сказал, перейти, посмотреть. Пишите в комментариях, выкладывать видос завтра или нет. Ставьте лайки, дизлайки, если хотите. Подписывайтесь. С вами был Дрим. Всем топ-1.